сейчас, мне кажется, в этом плане такая же совершенно. Просто чуть более линейная. И отсутствие города, как такового, вообще расстраивало, если честно. И, типа, да, выглядело это все дико неразнообразно. Типа, ты едешь вперед и все. Блин, 1+2. Не, 1+2, 1-2 будет. Что же эта игра меня разводит? Докину? Сейчас, кстати, обратил внимание, что когда он сделал рандомную ульту, вот, и она попала мне в блок, там время очень надолго остановилось для того, чтобы я запанишила. Села. Что делать, как добить? Чё делать? Блять. Вон сам при этом не умирает. Согласился на ничью? Привет.
Сделал бы джеб перед Рейджартом, убил бы, да? Что ж, все мы делаем ошибки. Ошиблась. Что поделать? Ё-моё. Да блин, как же быстро. Каждый раз, когда привыкаешь к чему-то одному, такие персонажи, как Ёшик, все время достают из штанов какие-то другие новые сетапы. И как к этому адаптироваться, я не знаю.